Чемпионат по ката стал очередным экзаменом для каратистов всей Беларуси. В этом году в борьбу за звание самого техничного вступили более сотни представителей из всех регионов страны. Соревнования продолжают большую плеяду спортивно-оздоровительных мероприятий, которые проводятся в Белорусской Федерации кикусинкай будо карате. Основательная подготовка к ним проходит на протяжении года. Здесь столько достойных соперников. Уровень у всех очень высокий, большая конкуренция, и у каждого из них можно чему-то научиться. На каждого из них смотришь, заряжаешься той же самой энергией, делишься ей с другими, очень позитивная атмосфера. Очень все нравится. Ката – особая категория обучения в карате кикусинкай. Это последовательность движений, связанных принципами ведения поединка с воображаемым противником. В этом направлении обучения формируется уверенность, собранность, концентрация. Пока одни группы участников выступают на сцене, другие активно готовятся в закулисье. Важно отточить каждое движение, каждый элемент. Тогда и будет заветный результат. Если честно, было очень страшно, когда выходишь на сцену, очень нервничаешь. Но благодаря поддержке моих друзей и моей семьи все получилось, я заняла первое место. Проводя соревнования по ката уже не один год, организаторы отмечают, что с каждым новым этапом техника исполнения комбинаций участниками растет, как растет и уровень проведения самих стартов. А это значит, что Белорусская Федерация кикусинкай будо карате идет в правильном направлении. Каждый год все лучше и лучше. Уровень, то, что был в прошлом году, он отстает от сегодняшнего. Я говорю, что в следующем году мы еще лучше покажем уровень. Ну что, растем. Все стараются, все развиваются. Опыт судейский поднимается, опыт тренерский. Международный опыт мы учитываем. Готовим сейчас к чемпионату мира по ката, который пройдет в Голландии в апреле. Тоже мы уже сформировали команду. Команда сильная. Ну, надеемся, что какой-то успех должен быть. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.